Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мирон. Сегодня я бы хотел посоветовать вам, как же быстро научиться печатать на клавиатуре. Будь то английский язык или же русский язык. Смотрите, ссылочку на данный сайт я скину в описании, можете перейти, посмотреть и, возможно, учиться. Я не говорю, что научиться можно за один день, то есть сегодня начал, там завтра, послезавтра уже выучил, все. Нет, такого нет, ни в каком деле такого нет. Вот месяц там... 2 месяца, возможно, и все, и вы научитесь. Это проверено. Вот. Так что переходите на этот сайт, смотрите, он предлагает разбитие клавиатуры на пальцы. То есть каждый палец отвечает за свои определенные клавиши. И вот мы вводим со скоростью, здесь вот, вводим слова на русском. Вот. То есть с определенной скоростью мы должны вводить слова на русском. И смотрите, если я напишу неправильно, вот я сейчас напишу неправильно, он нам стирает вот это все, то есть он стирает нам все те буквы, которые я написал неправильно. Это очень хорошо. И смотрите, здесь есть еще английский набор, стартовый, begin, speed. То есть вы можете повышать, то есть скорость печатная и так далее, и сложность вот этих слов. Русский есть, украинский есть, вот. И есть языки программирования даже, представляете? То есть любой выбираете, то есть, допустим, даже вот я сейчас вот Паскаль. И, пожалуйста, печатайте вот такой вот текст посредством Паскаля. Мне кажется, очень удобно, и здесь даже можно себе скорость ставить. В общем, ссылочку я на этот сайтик скину в описании. А так, я думаю, я многим помог. Всем спасибо, подписывайся, ставь лайкосик. С вами был Мерон, всем пока. Буду очень рад за твою подписку.